Йо, здорово, сегодня, короче, такой бред посетил меня. На гоночный дрон прицепить GPS-ку. Именно прям на гоночный сетап. Типа я старался делать по регламенту, 40 диодов тут. Моторчики, это мотор F60 Pro 5 LV 2020 кВ. Пропа Гемф 51-46,6. Так, Фоксер Предатор, Rush Тини, как вот танк. Это вот приемник Радиомастер, что тут, антенка Фоксер, что-то еще забыл, нет? Нет, вроде. Ну да, вроде все, назвал. А, здесь еще также и стоит полетник, этот, какого, Т-мотор, а регулятор, блять, наоборот, регулятор Т-мотор, а полетник, этот, какого, Фоксер. Фоксер F722, что ли. Короче, что-то типа того. Вот, ну и поставил GPS-ку сюда вот сбоку. Видно, не видно. Сейчас я включу сразу с диодиками. Замолкает, а чечу тоже сразу включим. Посмотрим, что по скорости. Интересно просто, какая будет прям скорость именно на гоночном сетапе. Вот так. Так, сейчас красоту наведем здесь. Моргает все это вот так. Ну, моргает не надо, чтобы было, короче. А я сделал, пока я там быстро я переделаю, если что. Ну, сейчас, в общем, подождем, пока поймаю спутники. Не, сейчас, секунду, здесь один маневр. Забыл, да, еще про это. GPS-ка почему-то работает, когда только именно перевоткнешь этот разъем. Четырехпиновый. Именно на этом GPS-ке. Вот сейчас посмотрим. Она должна заморгать. Но что-то, по-моему, не алло. Ну да, все работало. Так. Что-то пошло не по плану, но секундочку, сейчас попробуем все исправить. Память на телефоне вроде есть. Можно записать. Так, тумблерки что-то. Что я не так сделал-то опять? Так, ну ладно. Сейчас переключу заново. Что-то пошло не... А, во! Зашевелил, все, пошла жара. Вот мозгоклюйный какой-то джипсер. На трешке такого нету. На трешке включил и сразу, короче, это все работает, все нормально. Сейчас вот ждем эти спутнички. Там их 8 штук должно быть. Я включу монитор, чтобы общаться... Моторы здесь пушечные, вот эти выстреливают, прям быстро летает. Поэтому мне и стало интересно, какова будет скорость. Многие чаты сказали, что-то там, кто-то 130, кто-то 150, кто-то 160. Вон жена думает, 180-190, дочка 200 думает. А я думаю, километров 230, наверное, полетит. Ну, это примерно мои доводы, я не знаю точно. 4 спутника поймал уже. Сейчас посмотрим. В левом углу будет ДВР-ку. Ну, здесь делают, все будет. Будет, вернее. И там в левом углу, прям над это, вольтажом, будет эти, как его, километры в час. Поэтому всем будет видно и понятно все. Так, 5 спутников у нас показывает. Могу вам показать этот лютый монитор. Кстати, там спрашивали меня что-то про него. Это шлем EV800. Плохо видно. Ну, так, 7 спутников есть. А у нас что, арм вообще работает, не? А, он это, на возврат еще настроенный. Вот я молодец, быстро как я все настроил сразу, без возврата не полетит. Сейчас 8 тогда дождемся и полетим. Вот. И вот про моторы, что говорил, сочетание с этими гемфонами, это 51-46,6, прям лютейше развивает, мне кажется. Сейчас попробуем. Поймал все. Так. Девяносто, 180, 9, 170. Спутников маловато, мы сейчас попробуем еще баточку. Но Юрка, ты права.
батка приседает. Что-то быстро пробежать, сейчас вторую возьмем, может получится что-то. Сейчас я еще вот так повешу чуть-чуть. Где я весь путничков поймал уже. Потрясу, что ли, не пойму. Что-то есть. Надо, наверное, эту тачку еще пересобрать. Вон ей прям видно, что три потряхивает. Ну ладно, давай еще одну баточку попробуем. Посмотреть. Ты прям не выключай видос. Угу. Моторчики прям тепленькие очень. Ну и, блин, я недоволен. Я не оказался прав. Зай, ну говорю коту за ту правду, как есть. Всегда так я стараюсь честно выражать свои эти. Поэтому, блин, ну ничего, нормально так. Все равно 190 км. Прикольно. Вот оно как выглядит. С FPV, что ли, или типа, что-то типа того. Мне что-то теперь интересно какое-нибудь мощное что-нибудь собрать, чтобы было больше километров. Очень много километров. Сейчас посмотрим, сколько это полетит. Да, проседает быстро. Сейчас вот на первых парах будет быстрее. Сейчас вот отлетим, и на первых этих будет максимальная, наверное, скорость. А потом он будет приседать и будет уже меньше, меньше, меньше. Так. Сынуля, дорогой, отойди, пожалуйста. Спасибо. Так. А, волшебная хрень. Так, 9 спутней. А это попер и попробуем. Нет, 180 также. Больше, ну, спутники пропадать начали. Я так понимаю, вибро какой-то идет, и провода дуреют. Да, средняя скорость примерно 180 на полном газу вот этом. Столбики пооблетаем. Спутники так и не ловят больше, и это печально. Это как бы опыт не особо хороший. Я думаю, еще один сделаем. Поэтому
я сейчас иду на посадочку. На сегодня хватит. Тоже 9 спутников, но это фиаско вообще. Но зато убедились, 190 максимум, сейчас вот 188 максимум показывает. Поэтому как-то так получился экспериментик. Поэтому всем добра, лайкосики от души.